Христос воскресе, братья и сестры, иконочка великомученика царя Николая. И вот, как вы видите, показать, оно даже блестит, пятнышко, плохо видно, оно прям такого кровяного цвета. Сегодня иконочки протирали и заметили такое вот проявление. Иконочка висела высоко, то есть никто не мог до нее достать из детишек, я имею в виду. То есть она практически под потолком висела. Вот сегодня стали протирать и заметили вот такое вот чудо. То есть оно даже еще блестит, видите? Вот оно такое ярко такого, ну именно цвета крови. Вот, может быть, видно, не знаю, как телефон передает, нет. Вот эта иконочка. Сейчас переверну. Вот, была. Этот образ был написан иконописцем Лазарем по воле императора Павла I по пророчеству монаха Авеля о последнем державном царе России. Послание царствующего монарха, будущего царю-мученику, гласило: моему потомку Николаю, в день Иова многострадального, родившемуся вскрыть сотую годовщину моей смерти. К посланию была приложена эта икона, написанная в мае 1798 года, за 70 лет до рождения императора Николая II. Вот такая вот икона. И вот такое вот чудо Божие. Вот так. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Слава Христу, смерть Антихристу. С Богом.